Здравствуйте, друзья! Всех приветствуем у себя на канале. Сегодня мы с Мариной. Марина делает расклад. Сегодня затронем тему катастроф, рассмотрим наводнения и пожары на территории Российской Федерации. В ближайшее время будут они увеличиваться, планируются ли. Ну, о землетрясениях, наверное, нет смысла разговаривать, потому что территория Российской Федерации не так сильно подвержена таким массовым землетрясениям большим. Может быть, это только на Дальнем Востоке и на юге, но и то... В основном, да, мы поговорим о пожарах и наводнениях. Итак, Марина, вам слово. Здравствуйте. Посмотримся. Начнем с центрального, да, региона, там, потом да, южный посмотрим. Урал, да, и Дальний Восток. Да, хорошо. Так, ну смотрим центральные районы. Нет, в центральном районе все ожидает, как и есть, по карте влюбленных, по карте воздуха, можно сказать, по карте... Нет, в центральном районе никаких изменений не будет, ни глобальных пожаров, ни наводнений, такого ничего не предвидится, не будет такого. Ну давай юг посмотрим, России, Ростовская область, да, Краснодарский край. Да, сейчас Астраханская там область, туда тоже еще можно. Ну, по этим картам тоже можно сказать, что юг не затронет прям, может быть, какую-то часть небольшую, где-то что-то может будет, какие-то изменения по королеве и по императрице, ну какая-то часть, но нет, все не будет больших затоплений таких. Глобальных не будет. Что там с пожарами? Я что-то... Элемент огня, это у нас идет жезлы. Ну вот по тузу, может быть, и будут какие-то вот возгорания. Ну, как обычно, что-то будет гореть. Локальные, да? Да, но это как бы будет тушиться. Видите, будет тушиться, как бы все это как бы будет. Ну, будет, но не катастрофично. Ну, как обычно, все. Короче, да, в пределах нормы, да? В пределах всегда. Нормы, да. Что там, Урал там, он теперь? Урал, давайте на Урал посмотрим. Какие изменения на Урале. Огонь, вода, медные трубы, да. Урал. Ну, вот... По Уралу можно сказать, что будут какие-то затопления, потому что здесь, видите, и по двойке, и по звезде вот она льет воду, и по пажу кубков тоже вода. Но какие-то будут затопления, но тоже не катастрофичные будут, но в пределах нормы. Даже и пожары будут по Уралу, можно сказать. Но вода будет литься. Вода будет, будут затопления. Будет затопление, да, периодически. А пожары в пределах нормы, да? Ну, все как в пределах нормы, да. Все в пределах нормы падает. Ну, теперь, наверное, на Дальний Восток посмотрим. Сейчас он там нам подвержен, да, всяким наводнениям. Давайте посмотрим. На Изюминку, да? Дождик льет. Стоим, думаем и ждет. Ну, Дальний Восток, то он будет привержен к литью. И тут вода, и там вода, и тут вода. Даже будут переживания по этому поводу из этой воды, потому что будет как бы с двух сторон что-то как-то, и денег будет много уходить, и король стоит в воде. Денег будет много уходить на ремонт. Да, но тоже потом все это выровняется, видите, льет умеренность. Все будет в умеренном состоянии. Все император решит. Но затопления будут тоже. Будут. Причем такие будут и пожары. Что-то тут тоже что-то пожары вижу. Ну тут как бы власти. Власти нас уже как бы размышляют по этому поводу. И будут они как бы стараться это. Держать в рамках.
потому что тут прям такие прям... Да, готовятся, решения. Да? Уже как бы люди даже, если прогнозы такие были, то они уже готовы к этим прогнозам, и они будут их загладить. Да. Король как бы все это сделает, как бы равновесит, стабилизирует. Ну, буду, да. Вот такой паники я не видела, конечно. Борьба вот по вот этой карте, это как бы борьба. Но это, в принципе, все, паники никакой такой сильно катастрофичной не будет. Ну, то есть главное, да, знать, что будет, заранее подготовиться, чтобы минимизировать потери, да, для государства. Просто. Да, если ну, на ближайшее время таких больших проблем не видит. Ну, не вижу я, по крайней мере. Ну, да, это же мы... Какой вариант рассматриваем? Это же... На десятилетие мы не можем рассмотреть, это же как бы на ближайшее время. Ну, будет как бы все это как бы в норме. Если смотреть полностью нашу страну, то все в норме идет, как оно идет. Глобальных катастроф таких нет. Ну, все в пределах нормы, как всегда. И вода, и огонь, вот. И вода, и огонь. Ну, все это в пределах... Как ей идет у нас. Да. Сильные желания. Желание будет людям помогать, как бы люди даже начнут помогать, что ли, даже вот, скажем так. Люди станут дружнее, не такие озлобленные, как вот в данный момент, да. Люди даже сами будут меняться. Вы понимаете, со временем, вот мне сейчас такая информация идет, что люди будут меняться. И причем будут меняться, будут какие-то разрушения каких-то своих устоев, что ли, мировоззрений каких-то, да. Люди будут больше помогать друг другу. Все плохие уйдут, останутся такие воины, которым прям все по плечу прям. Вообще население страны поменяется. Да, будет новое, понимаете. Люди будут другие. Люди меняются. Люди сами по себе меняются сейчас. Почему-то, видите, карты падают. Будут сами люди меняться. Еще раз же повторять, потому что прям смена такая идет глобальная. Более люди добрее будут. Да, все, понимаете, люди меняются, прям конкретно меняются. Да, будут более такие приветливые, дружелюбные, готовы помочь, будут грамотные люди, понимаете. Люди, сейчас как раз вот начинается путешествие этих людей, и как раз всему мы учимся. По этим картам можно сказать, что даже сами люди будут меняться полностью. Состояние вот этого вот, как о нас говорят, совершенно мы будем другими, более грамотными, что ли, более духовные по карте мага, можно сказать, что. И как раз нам сейчас как раз вот и сопутствует это колесо фортуны, да, и оно вот как раз и идет по колеснице, мы повернулись. Вы понимаете, мы уже настолько повернулись настолько, что у нас уже нету шага свернуть назад. Мы только вперед, и мы этим шагом, мы теперь вообще просто меняется нация сама по себе. Вот что я могу сказать. Нас ждет только успех. Здорово. Благодарим Марину. Благодарим за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, телеграм-канал, там больше информации. Развиваемся вместе. Пишите свои обязательно мысли под видео и увидимся в новых выпусках. Всего доброго, до свидания.